алгоритм оказания доврачебной помощи при обмороке. Обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от тесной одежды. При этом снижается степень кислородного голодания мозга. Уложить пациента так, чтобы голова была расположена ниже туловища, а ноги приподняты. При этом облегчается приток крови к мозгу. Произвести опрыскивание тела пациента холодной водой с последующим растиранием. Похлопать по лицу ладонями. Подать грелки кистям и ногам. Это способствует рефлекторному воздействию на нервную систему с целью перераспределения крови и улучшения кровоснабжения мозга. Исследовать пульс. Измерить артериальное давление. Обеспечить физический, психический покой при восстановлении сознания, нормализации пульса, артериального давления. Постоянно наблюдать за состоянием пациента. При неэффективности этих мероприятий в течение 5 минут по приезду скорой помощи ввести подкожно 2 мл кардиамина или 1 мл 10% раствора кофеина.